Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим фантастическую, просто великолепную и волшебную игру под названием Ori and the Blind Forest. Такие игры для меня лично просто уникальные, я не знаю, таких игр не очень много, именно таких, которые заставляют даже самых черствых людей как-то проявить эмоции, я не знаю. Я не уверен, что я буду ее проходить для канала, я еще не решил, хочу ли я этого, но то, что я буду ее проходить для себя, это однозначно. Я не могу пропустить эту игру мимо себя, просто не могу. Тут в начале я уже знаю, есть ролик, который мне лично просто противопоказан. То есть, я когда, вот, допустим, есть фильм «Зеленая миля», мультик «Валли» и так далее, вот мне такие вещи просто противопоказаны. Я их не могу смотреть без эмоций или там, не знаю. Я когда их смотрю, у меня просто накатываются слезы, не побоюсь этого слова. Я не знаю, я очень эмоционален в этом плане. Так что мне такие вещи просто противопоказаны, иначе я тут буду просто рыдать и все. Но... тем не менее, это просто замечательно, я считаю. Это настоящие эмоции, ничем не приукрашенные, не скрытые, настоящие человеческие эмоции. Это просто замечательно, если что-то это вызывает такие эмоции. То есть игра, фильм, это очень круто. Я знаю несколько таких же фантастических игр, как это. Ну, они, по-моему, не платформеры. Ну, тоже, так сказать, небольшие игры, они... тоже хватает... Боже, как же выразиться? В общем... скажем так, тоже хватает вас за грудки своими эмоциями, которые они преподносят. То есть смотреть на историю и то, как она развивается, при этом с покерфейсом просто невозможно. Я хотел бы их тоже вам показать как-нибудь в будущем, эти игры. Но... надо найти для этого время, и я надеюсь, что оно будет, и я вас ознакомлю с ними. Я их уже просто проходил, но я бы хотел бы вас ознакомить с ними. Может быть, кто-то не играл. Я сейчас просто не вспомню название. Поэтому приходится описывать. Так. Ну хорошо. Давайте мы с вами посмотрим. Кстати, сейчас, кто знает Акеру и наши совместные коопы, вот сейчас она проходит эту игру. Можете, если кому интересно, посмотреть у нее, а мы с вами посмотрим на нее где-то полчасика. Посмотрим, что она из себя представляет. Но я уже знаю, что это просто великолепная игра, и не стать равнодушным просто никого. Ага, я понял. Так. Играть мы будем... ладно, я потом все скажу. Давайте сейчас посмотрим. Та ночь навсегда останется в нашей памяти. Ночь величайшей из бурь. Что это? Что такое? Это не я нажимал, кстати говоря. Извините. Не знаю, что там произошло, я, видать, что-то задел, но... в общем, извините меня за это. Ага. В общем, играть мы, судя по всему, будем... не за этого... я не знаю, что это за существо. В общем, не за этого духа мы будем играть. Мы будем играть за маленького, похожего на котенка белого, духа леса, который, судя по всему, был листочком на... великом древе этого леса, и который был... ласточкой на гнездо. Угу. Который был в эту бурю сорван с этого древа. И...
сейчас мы вот этим существом найдем, видать. А, я понял. Найдем этот листочек, который впоследствии будет называться Ори. Вместе с Нару ушел мой свет. Это существо зовут Нару. Словно брошенное дитя. Ори и Нару, да? Нару — это женское здесь имя, получается. И она, найдя Ори, испытывает к нему очень сильные материнские чувства. Кстати, должен сказать, что игру разрабатывала контора Moon Studios, которую даже студии назвать сложно. Смотрите, а там висит ловец снов наверху. Круто. Класс. Это их место, где спит Ори. Так, которую даже студии назвать сложно, потому что все люди, которые ее разрабатывали, они все находятся в разных концах света. Вау, музыка просто волшебная, я не знаю. Боже, как же все круто. Класс, класс, класс. Нару. Это деревья, где мы сорвали все плоды, видимо, да, подметили? Идем добывать кушать. Я надеюсь, что YouTube не будет ругаться на музыку, все дела, но просто я не могу. Такая волшебная музыка, что я просто не могу ее отключить. Это просто грех будет. Да, новые свежие плоды. Что это было? Может быть, лучше не оставлять Нару одну? Ту судьбоносную ночь. Ладно, понесем кушанье в дом. Когда сами небеса пылали. Но Ори не слышал мой зов. Мурашки по коже. Капец. Просто с первых нот погружаешься, и все. Очень, очень круто. Немногие игры способны вызывать блестящие эмоции. Неужели надежды не осталось? А что происходит? Так, Ори уснул. Нару на него смотрит. Если повернуться к нему, круто. А, нет, она, в принципе, смотрит наверх, я понял.
Капец. Судя по всему, кто-то... из древа, которое питает весь лес, забрал жизненную силу. Текло беспощадное время. Жизнь становилась тленом. И получается, что все завяло. И даже кушать нечего теперь. А как же звери? Когда лес не мог видеть. Надежда показалась вновь. Так, секундочку, я хочу посмотреть, что здесь у нас. Ничего, да? Так, за этим Нару лезла, но... Воспоминания. За этими фруктами Нару лезла, она не смогла достать. И она явно хочет кушать, она отказалась от того яблочка, скажем так. Чтобы нас накормить. Сейчас мы... Что это? Сейчас наш долг ее накормить. И снова сирота. Без единой причины остаться. Ну вот опять. У меня уже глаза на мокром месте. В поисках моего света. Слабый, хрупкий. Когда лишь тишина была ответом на мольбы. И казалось, надежда угасла совсем.
теряет силы. Так же, как Нару. Когда мой малыш совсем ослаб. А с нами разговаривает дух дерева, я понял. И спустил последний вздох. Свет оживил Ории, и зажглась заря новой эры. Ага, это уже и есть сама игра, да? Ой, божечки, сейчас, секунду. Надо протереть глаза. Ой, нет, мне такое нельзя смотреть, я просто не выношу. Это, нет, я не говорю, что это плохо или еще что-то в этом роде, просто я слишком эмоционален. Я после такого еще долго вспоминаю это. Ой, ладно. Так, ну хорошо, давайте смотреть, что из себя представляет сам геймплей, потому что вот то, что я сейчас увидел, это было просто потрясающе. Скорее всего, вся игра настолько же потрясающая. Ага, я понял. А что у нас справа было? Справа мы пришли, я не думаю, что есть смысл возвращаться. Тем более, скорее всего, это нас ударит, да? Да-да-да-да-да, именно так. Угу. На Б что-то звук издает, когда я нажимаю. А что это делать, не знаю. Угу. Нижние трясины. Я смотрю, довольно много мест, куда можно было бы пойти. Вот что здесь, например. Вы нашли маленький сосуд с духовным светом. Духовный свет добавлен в ваш... наверное, это... Что-то на подобие уровня, да? Найдите другие сосуды с духовным светом, чтобы быстро набрать очки умений. Угу. Я вас понял, хорошо. Так, ну, скорее всего, нам надо сюда. Поэтому мы пойдем сюда. Если сможем. Угу. Хорошо. Боже, какая же эта игра красивая. Просто я не знаю. Она, знаете, что мне напоминает? Помните, была игра... про девочку и песца. Я не помню, как она называется. Но она, по-моему, довольно сильно похожа по графически, если я не ошибаюсь. Или еще, знаете, была игра Трайна. Вот, наверное, больше на нее похожа. Да, даже. А что, это ударит нас? Ай, да, ударит. Хорошо. Так, ну, скорее всего, плавать мы, наверное, не можем. Раз уж нам дают перепрыгнуть, да? Что это? Черт, я прогнал. Случайно. Но это был осколок жизни. Видимо, восстанавливает здоровье. Ячейка энергии. Максимальный запас энергии возрос. Помните, что при помощи энергии можно создавать духовную связь и сохранить игру. Ага. То есть, вот так вот даже, да? То есть, чтобы сохранить игру...
Нам нужно искать вот такие вещи, ячейки энергии, иначе мы ее не сохраним. Это очень круто. Это, можно даже сказать, хардкорненько. Что такое? Господи, я аж испугал. Испугался, честно говоря. Что это такое? Вау. Сейчас мы туда сходим. Давайте глянем, откуда он выбежал. Я понял, хорошо. Духовный свет. Заполнив кружочек, вы получаете очко умений. Угу. И они как-то накапливаются, очки умений, или же нет? Так, создайте духовный свет, любая рядом с ней, чтобы получить доступ к древу умений. А, это я понял. Это надо вернуться туда и нажать на... Самой чаще леса, Ори нашел утерянное. Самой чаще. Крошечный свет. Сила возвращается, я Сейн, свет и глаза древа духов. Когда оно ослабило объятия, я потерялся в лощине. Возьми меня с собой, и я буду указывать тебе путь. Замри, ты слышишь? Они, должно быть, следовали за тобой. Кто они? Так что прими духовное пламя. Ага, я понял. Этот свет будет нас защищать, и... Я понял, хорошо. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Это что, существа тьмы? Ай! Тихо, 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 а! Слушайте, сложно. Их свет вернется ко мне, так однажды сказала древо духов. Мы найдем его в роще за пещерами. Впереди есть тропа. Это карта, да? Сейчас мы здесь. А нам сюда, получается, да? Угу. Мы обошли эту локацию на 21%, я понял. Значит, получается, эти духи, что нас сейчас атаковали, это, видимо, и есть... что нажать? А-а-а, вот оно что, я понял. Угу. Говорю, что эти духи, видимо, и есть духи бывшие духи леса, которых сейчас, так как кто-то украл свет дерева. Да, я немножко задумался. Так как кто-то украл свет, свет дерева, они превратились в темных сущностей вот таких. Сейчас темных духов. Ага, вот оно как. Угу. Я понял вас. Так, это пламя, притяжение и... Зажечь вновь. Так, позволяет повторно использовать духовные связи и сокращать время перезарядки. Позволяет Ори автоматически собрать большинство ресурсов. Позволяет трижды выстрелить пламенем до того, как потребуется перезарядка. То есть вот это прокачивает наши боевые способности, правильно?
Это духовное. А это? Усиление. Я понял. Давайте... Давайте прокачаем вот это. Чтобы стрелять 3 раза. Я думаю, это будет важно. Получается, нам, чтобы попасть туда... Ой, ой, господи. Осколок энергии. Осколок энергии сносил ячеек Ури, я понял. Вау. Получается, чтобы попасть туда, куда нам надо много обойти. Хорошо. Я просто подумал, что, возможно, нас телепортируют туда, но нет. Отлично. Мы можем накапливать эти очки умений, но получается, что там нужно... Я уже понял, что там, получается, первые очки... Ой, в смысле, первые умения, на них нужно 1 очко. Дальше там 2, 3 и так далее, да? Колодцы духов были построены в незапамятные времена и соединены между собой корнями древа духов. Если устанешь, подпитайся силой от их света. Чтобы активировать и сохранить. Класс. Я, честно говоря, думал, что сохраняться только... Угу. Сохраняться можно только с помощью ячеек магии. Энергии. Так, чтобы туда залезть, надо, наверное, что-то... Что-то прокачать, чтобы он мог карабкаться, да? Собрать большинство ресурсов, метки, жизни, совершенно так. Ну, пока я ничего такого не вижу. Вот, видите, требуется очков мини 2, да. Пока ничего такого не вижу, давайте... А, вот это что? Мощность, я понял. Вот это. Чтобы перезаряжался быстрее. Так, я бы хотел бы запрыгнуть на вот эту, но, видимо, не получится. Смотрите, там большой кусок энергии. Можно ли как-то туда попасть, интересно? Ну, наверняка можно. Как бы, если она там лежит. Держите РТ, чтобы брать и перемещать объект. Ага. Класс. Вы нашли каменный ключ. Каменные ключи открывают врата духов. Помните, что к каждым вратам духа прибудется свое количество каменных ключей. Понял. Угу. Хочется посмотреть, что там внизу, но в тот же момент падать не хочется. А там врата. Ага, я понял. Нам как раз надо было наверх. Угу. Врата духов перекрывают нам путь. Их выстрелили для защиты еще до эпохи распада. Каменные ключи должны быть неподалеку. На пути к древу духов мы должны миновать пещеры духов, что лежат за этими воротами. Угу. Я понял, перед тем, как мы туда пойдем, сейчас посмотрим, что он здесь. Ага, я понял. Я бы вернулся, попытался бы там что-то взять, но, по-моему, не получится. С
скорее всего, сюда придется еще возвращаться с новыми умениями. Я не уверен, конечно, возможно, я еще чего-то не знаю, но... Скорее всего, так. Ой, что это? А, ну да, да, точно. Чуть не использовал ячейку энергии просто. Ой. Так, пещеры духа и верхние трясины. Ого. Посмотри на него. Напоминает из Heart of Darkness. Монстров. Ой-ой-ой-ой, я случайно сохранился. Ну ладно. Не страшно, в принципе. Не страшно, но туда мы не попадем. Я понял. Черт! О! Вы нашли ячейку жизни. Теперь вы можете накопить больше стойкости. Найдите еще ячейки жизни, чтобы повысить свою живучесть. Можно наверх смотреть, видите? Можно еще наверх залезть. Значит, тут как-то... Какие-то интересные способности будут еще у Ори. По типу двойного прыжка, может быть. Или караб... Или еще там с помощью... Блин. Эти... Карабкательные способности, чтобы можно было карабкаться по деревьям. Так, ну, на самом деле, я думаю, что мы можем закончить на этом первый взгляд. На самом деле, у меня есть мысль сделать его из двух частей, первый взгляд, в таком случае, потому что от этой игры оторваться просто невозможно. Она волшебная, просто, я не знаю, это прекрасная игра, просто прекрасная, великолепнейшая игра, я не знаю, я не могу слово для нее подобрать. Очень нравится, очень классно сделано. Немногие игры способны вызывать настоящие эмоции. И когда появляется такая игра, она на вес золота, на мой взгляд. Возможно, я сделаю еще вторую часть, где мы посмотрим ее чуть глубже, потому что мне кажется, что мы не все посмотрели, что может показать нам эта игра. Но я не уверен. Ну, может быть, я сделаю еще прохождение по этой игре, но я тоже в этом не уверен. Для себя я ее буду проходить точно, для канала я не знаю, если честно. Ладненько, хорошо. Давайте мы на этом закончим наш первый взгляд. Я надеюсь, что вы быстренько побежали эту игру покупать. Сразу после этого первого взгляда, потому что она того стоит. Классная игра, просто замечательная. Ладненько, все, давайте на этом прощаться и увидимся с вами в следующих первых взглядах, прохождениях. Все, всем пока. Удачи!